32 глава Брейшит, Вайшлах, 3 стиха. И послал Яков перед собой вестников к брату своему Исаву, Исафу, землю Сиир в область Эдом. И приказал им, сказав, так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Яков. Я жил у Лавана и прожил до ныне. Есть у меня балы и ослы и мелкий скот и рабы и рабыни. И послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение перед очами твоими. И возрастели вестники к Якову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву. Он идет навстречу тебе и с ним 400 человек. Яков очень испугался и смутился. И разделил людей, бывших с ним. И скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана. И сказал, если Исаак нападет на один стан и побьет его, то остальное стан может спастись. И сказал Яков, Боже, отца моего Авраама, и Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возврати землю твою, народит твою, и буду благотворить тебе. Итак, очень интересная глава. Заперказуму од маньен. И я хотел бы пробежаться вообще по всей Вайгаж быстренько и вкратце. Мы видим вся история э, семьи Якова, детей Исава и Якова. <говорили> и дальше мы видим детей Якова. И то, что с ними происходит в этих главах, и смерть Исаака, и в конце, родословная потомка Исава. Но ну, я хочу затронуть 32 сейчас главу и коснуться того, uh, все-таки, uh, Яков и Исав, два брата-близнеца. И я верю, что они с детства учились э, тем указаниям, тем законам, тем постановлениям, которые Бог дал когда-то Аврааму, Авраам передал Ицхаку. И я не сомневаюсь, что они знали эти законы. и поток, что но интересно, что дети пошли разными дорогами. И написано, что Исаф он человек полей. А Яков он человек шатра. Здесь говорится о том, что Исаф, хоть он и знал Писание, может быть, знал Тору,

в этих главах мы видим, как Иаков возвращается после 20-летнего служения Лавану. Шел, с, лаван. с четырьмя женами, с детьми. И, и вот написано, что на... он постал вестников, и те сказали, что Исаф идет с четырьмя стами воинов

и все-таки он испугался. И э, стал какую-то стратегию выставлять. Естественно, эта стратегия у него началась с молитвы. И он тут обращается, сказал, Боже, отца моего Авраама и Боже, отца моего Исаака. И здесь он отправляет людей по станам, разбил на несколько станов. При всем том, что он доверял Богу, здесь какой-то у него страх пришел, и когда приходит страх, мы начинаем больше по плоти двигаться. И вот эта борьба, которая происходит у него, разные комментарии.

что здесь взять э, всю историю, которую мы читаем по бар Парашат Саву, это уроки для каждого из нас в наше время. И мы не просто читаем. Я, допустим, хочу понять, что мне может показать эта история на сегодняшний день для меня. Я вижу, что борьбой происходит, у меня внутри происходит иногда какая-то борьба. Как мы читаем в Галатам, плоть противится духу, дух противится плоти. Я думаю, что это не только у меня, у каждого из нас. И этот внутренний Исав, плотской человек, порой пытается взять свою. Но если мы держимся за Господа, у нас будет всегда победа. И можно будет даже нас назвать Израилем. В других главах я вижу историю тогда, когда uh, я хочу коснуться наших детей. Мы видим, что Дина дочь ли она пошла к соседям, соседнюю соседнему город. Что привело, когда я несколько раз, нескольких комментариев читал, там были такие вещи, некоторые комментаторы говорят, что якобы там был праздник, и она захотела посмотреть, как же там в той цивилизации, так сказать, соседней. Может <свят> быть, <свят> у нее не было сестер <свят> и одни братья, и она решила посмотреть, какие же там девушки, как они одеваются. И это привело к тому, что она вышла из среды Якова <свят> из Сатров <свят> и попала в ловушку.

и на то, чтобы, насколько я должен быть ответственен за своих детей. Конечно, мы не можем полностью контролировать их. Но смотря на них, я вижу, как их тянет туда. Поразвлечься, поразвлекаться. Получить какие-то удовольствия. И страх, чтобы не не было это так как кончилось это дина если паха народ еще дина. и как нам надо научиться а быть внимательным к тому и придерживать их и дальше мы читаем что яков он вышел и господь ему сказал поселиться в другом месте за что но интересно, что он говорит всему своему стану. Оставить всех идолов. А мы очистить, поменять одежды. Что интересно, оказывается, сколько вся его семья, они были частично идолопоклонники. Шарля Род пошел к Имад, когда бные аю мамаш меш тахвим И я вам честно скажу, мы все едали поклонники. Вы коль их она указывает. При всем том, что мы верим Ешу. <anyway> у нас есть вещи, за которые мы держимся. <neither> есть вещи, которые мы Есть вещи, которые мы как амулеты носим, как в то время носили всякие серьги.

Место есть Писание, где говорит, у нас нет духа боязни, но силы любви и целомудрия. И нам не нужно бояться, а двигаться и быть послушным тому, что говорит Господь. Ходить в любви, ва -ва. любить детей, помочь им научиться любить. И иметь здравый мысль, мудрость, чтобы правильно двигаться и быть в правильном направлении. И то, что произошло с, Людмилой, которая ушла к Господу, и я хочу просто засвидетельствовать, что она лет 20 назад, она сама пришла к Господу и привела Каролину к Господу. Но Сатан ее увел в сторону. И, и она попала в поворчение. И то, что она прошла, она прошла. И Но и через все мы видим, как, я, мы все знаем, как Каролина mm -hmm. боролась. И, и воевала за нее. Мы стояли в молитве, воевали за нее. И, и когда из последних дней мы пришли сырой или иной, к Людмиле. Она обновила вновь покаяние. И когда она уходила в бред, она кричала Иисус, Иисус, Иисус. И вы знаете, я вам что скажу через это, что Бог всегда с тобой и никогда не оставит. Бог дал нам через Иисуа Прямой путь к Нему. Yeshua, לנו, Но мы часто уходим в сторону. И еще дальше уходим. И, еще дальше уходим. Даже если ты спустишься в ад, Господь говорит, я там с тобой. И Господь всегда ждет, чтобы ты был послушный и все-таки набрался сил и вышел он из этой ситуации. У нас есть борьба. И у меня ободрение к вам. Давайте бодрствовать, трезвиться, не ослабевать хэм, «Знаешь, что Бог тебя дай. любит, и Он с тобой. И, и очень хан. много обетований в Писании для нас есть. Держите за эти обетования вот и не сомневайтесь, как к сомнению пришел, может быть, и Яков.